имея вот такие проблемы, как сегодня, говорить о том, что у нас вот высокая экологическая культура, мы все, якутяне, очень любим свою природу, очень бережно к ней относимся, мы, к сожалению, пока не можем. И вот это надо менять. И именно поэтому вот второй свой указ, первый указ был о вступлении в моем в должность, так я его обязан подписать, а второй указ был как раз об экологическом благополучии нашей республики. Александр Сергеевич, следующий вопрос, он тоже связан с экологией. На этой неделе в СМИ и в соцсетях обсуждали историю браконьерской VIP-охоты с вертолета. К нам поступило много вопросов по этому поводу. Вот можете прокомментировать? Вы знаете, ну сейчас идет следствие. Я уверен, что правоохранительные органы, достаточно серьезное внимание к этому инциденту имело место быть, и органы сейчас занимаются следствием. Оно все точки над «и» расставит. Единственное, что я могу сказать, что судя по всему, так, ну, по той информации, которая у меня есть, на самом деле факт такой браконьерской охоты был. Вертолеты летали, вертолеты зафиксированы. Вот, есть информация природоохранных органов о том, что на месте охоты вот это незаконной обнаружены и останки животных, и обнаружено и раненое животное. Я знаю, что сейчас ведутся его поиски, вот, для того, чтобы обнаружить уже пули. Так. Уверен, что следствие поставит все точки. И вот когда следствие поставит все точки над «и», вот, виновные, кто бы они ни были, какого бы они рангу руководителя ни были, все должны быть самым жестоким образом наказаны. Потому что это просто возмутительно и варварски на виду всего города практически на вертолетах расстреливать животных, которые, ну, на самом деле, они все лето там были, эти лоси, за ними Минохрана природы наблюдала, докладывала, и мы все радовались, что как раз уже в окрестностях города Якутска у нас появляются такие, ну, большие дикие животные, как лоси, так, а тут у нас, понимаете ли, некоторым товарищам охотиться негде, так, и решили здесь рядом с городом себе на вертолетах тут устроить.